Платить по счетам. Тысячи новосибирцев могут остаться без зарплаты в новом году. Касается это тех, у кого есть задолженности по налогам, квартплате, телефонной связи. Верховный суд разъяснил, как будет работать закон, разрешающий взыскивать долги в приказном порядке. В очередях за квартплатой чаще всего встретишь пожилых бабушек и дедушек, для которых оказаться в списке должников советских времен считалось позором. Злостный неплательщик зачастую сегодня ездит на дорогом автомобиле, имеет несколько квартир, и оплачивать коммунальные услуги ему попросту некогда. Каждый дом имеет задолженность от 500 тысяч до 2 миллионов. Каждый дом имеет такую задолженность. Поэтому для нас это очень актуальная тема. И, естественно, все меры, которые принимаются правительством, они для нас очень актуальны. Таким образом, миллионы превращаются в миллиарды, поэтому и придумали упрощенный сбор денег. Не платишь, высчитывают из заработной платы. Но и здесь свои нюансы. Подали в суд, вынесли решение, направили приказ приставу. Собственник должен быть предупрежден на каждом из этих этапов. Но, как показывает практика, жильцы редко проверяют почтовые ящики и неохотно отвечают на звонки с незнакомых номеров. Ни суд, ни пристав не обязаны человека искать по всей огромной территории нашей необъятной Родины, которая занимает 1/6 часть суши. У человека есть место его регистрации. И закон исходит из того, что если человек по месту своей регистрации не живет, то это только его проблемы и больше ничего. Эксперты говорят, жильцы столкнутся и с другой проблемой. Непорядочные управдомы могут сослаться на незнание тонкостей нововведения и потребовать взыскать долги 6-летней давности. Что по правилам запрещено, в законе установили четкий предел – 3 года. Суд не разбирается, за какой там период. Ну вот, в общем, чеху там принесли 2 тома, он подписал там за ночь там 800 экземпляров и всех нахлобучили. А по сути, гражданин должен, скажем так, опротестовать это. Суды идут на это, они отменят судебный приказ, а потом начинается обычный вот вызов в суд. Одна сторона, вторая, доказывают, объясняются. Остановить процесс можно на любом этапе. Главное – обратиться в суд. Причем мотивы объяснять не обязательно. Несогласие – уже основание для отмены судебного приказа. А дальше долгая процедура доказательств. Почему и что вас не устраивает? Письма счастья, наверное, неприятно получить. Но зная о том, что я оплачиваю всегда вовремя, у меня есть квитанции, подтверждение о том, что я оплачиваю услуги, не должно возникать вопросов. Благодаря нововведению получить налоговые, коммунальные долги и даже задолженность за мобильную связь теперь реальность. Тот, кому должны, приносит исковое заявление в суд. У человека 10 дней на опровержение, но платить по счетам рано или поздно все же придется. Рута Келлер, Алексей Погудин, новости ОТС.